Волонтеры одного из столичных фондов по защите животных заявили о жестоком насилии над бездомными собаками. По их словам, над четырьмя псами сексуально надругались. Все животные бездомные содержатся в изоляторе Астана Ветсервиса. Эта организация занимается отловом бездомных четвероногих. Предположение зоозащитников подтвердил ветеринар после осмотра собак. По словам ветврача, все раны животным были нанесены тупым предметом с выступами. Стоит отметить, что эти животные стерилизованы и уже несколько лет живут в загоне Астана Ветсервиса. Защитники животных уверены, над собаками надругался человек. С заявлением они обратились в полицию и призывают общественность не оставлять дело без внимания. Контролирующие органы пока не сделали никаких заявлений, но пообещали разобраться в ситуации. Кого-то обвинять и тыкать кого-то пальцами не имею никакого права и компетенции. У меня, естественно, есть предположение, с учетом полученных характера, полученных травм, я предполагаю, что это производилось для размещения дальнейшего на соответствующих сайтах. С учетом того, что это не было как бы глубокое проникновение, это было больше, скажем так, для демонстрирования со стороны. Я предполагаю, что именно это было снято для видео. По этому факту ведется разбирательство. Будут назначены соответствующие экспертизы, по итогам которых будет уже ясно, были ли совершены какие-то насильственные или там жестокое обращение с животными. После этого мы можем сказать конкретно, это издевательство над животными, либо это какой-то естественный процесс,